Нынешнее утро на площади нашей мэрии выдалось суматошное. Народ стоит в очереди на получение прививки от коронавируса. 1 января народ стоит. Вот здание мэрии новое. Вот вся площадь мэрии. Вот бывшая русская больница, кстати. Отделение главного банка. Банк оф Палестайн, английское еще. Вон оно. Ну и вот внутренние переходы, более старые здания. Очередь завивается кольцами. То, что мы видели сейчас, это была только ее, так сказать, головка. А вот ее хвостик. Сейчас я пройду через двор с подушечками. Вон ее хвостик. Ну вот, можете оценить. Народ прививается от коронавируса. Масштабы, так сказать, прививки. Ну и, да, подушечки, между прочим, бетонные. Но некоторые на них свою задницу сажают с большим удовольствием, после чего задница болит. Вот такая вот у нас такие трудовые будни. Так прививают народ. Надеюсь, что в течение месяца все это закончится. А я пока в хвост.